некоторые коллеги спрашивали: Дамир, ты будешь продолжать работать? Потому что в авиации немало случаев, да, когда вот что-то происходит, и когда летчики выживают или справляются с этой ситуацией, это накладывает какой-то психологический отпечаток. И вот у меня один коллега спросил, у меня, говорит, знакомые, побывавшие в таких ситуациях, как правило, уходили. Я говорю, я еще не налетался, то есть я не испугался, то есть я хочу продолжать работать. Полетов я не стал бояться, то есть я не изменил отношение к полетам, к моей профессии. Также продолжаю работать, продолжаю летать. И, в принципе, я был готов начать полеты практически сразу.